16 декабря государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод», входящее в состав «Укроборонпрома», продемонстрировало отремонтированную для вооруженных сил Украины бронетехнику. 5 модернизированных танков Т-64 и 7 капитально отремонтированных БМП-1. По словам директора завода, предприятие в 2021 году передало вооруженным силам Украины более полусотни бронированных машин. Кроме того, Львовский бронетанковый завод за первое полугодие 2021 года в рамках гособоронзаказа провел ремонт и модернизацию более 20 танков Т-64 и Т-72 для вооруженных сил Украины. Также завод в октябре 2021 года выполнил ремонт 10 бронированных тягачей БТС-4 с одновременным улучшением их тактико-технических характеристик. Также следует отметить, что Львовский бронетанковый проводил ремонт БМП-1 впервые в 2021 году. Известно, что госпредприятие начало ремонт и модернизацию БМП-1 с обновлением навигационных систем, системы связи и управления огнем в начале ноября 2021 года. Таким образом, с обновлением партии БМП-1 завод справился несколько больше, чем за месяц. Также стало известно, что в 2022 году должна состояться модернизация производственных мощностей Львовского бронетанкового завода, для чего уже проведены тендеры и закуплена современная техника на более чем 80 миллионов гривен. После модернизации Львовский бронетанковый завод сможет не только ремонтировать и модернизировать танки и БМП, но и наладить собственное производство бронемашин «Дозор». Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!